Всем привет! Интересуетесь миром покера? Хотите получать только качественную и полезную информацию? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео. В конце вас ждет приятный бонус от нашей школы. Поехали! Race Steal – это 3-бет на рейс игрока, который задумал украсть блайнды. Другими словами, защитное действие на стил. Из ранней позиции мало кто решится открывать широким диапазоном, потому что их часто закалируют и заставят играть без позиции со слабой рукой. А вот с Катуфа или Баттона находится достаточное количество умельцев, желающих поживиться вашими блайндами. И делают они это отнюдь не с премиум картами, а значит сами являются легкой добычей. Как говорится, воровать у вора не грех. Так что вы можете с чистой совестью поставить ребет со слабой рукой и надеяться, что он сфолдит. Существует несколько обстоятельств, на которые стоит обращать внимание перед рестилом. Первое – это глубина ваших стеков. Если у вас или вашего оппонента слишком короткий стек, ему часто придется калировать 3-бет по шансам даже со слабыми руками. Если в стеках по 200 больших блайндов, ваши 3-беты тоже будут часто калировать с прикупными комбинациями, потому что становится выгодно доехать со слабой рукой и выиграть очень большой стек. Обращайте внимание на тип оппонентов. Тайтово пассивные вряд ли вообще стилят. Они опенрейзят самые сильные руки, а остальное разыгрывают лимпом. Поэтому не стоит против них лузово защищаться. Тайтово агрессивные – это, как правило, думающие игроки, и они способны прибегнуть к такому приему, как стил. Против них стоит рестилить, хотя и не перебарщивать с агрессией. Лузово пассивные – эти игроки хоть и играют много рук, но делают это пассивно. Не стоит против них рестилить. А вот лузово агрессивные игроки – идеальная цель для рестила, ведь они только и делают, что опенрейзят со слабыми руками. Почему бы не наказать их за эту расточительность? Обращайте внимание на показатель фолд на 3-бет. Если оппонент фолдит 70% рук, его можно атаковать вообще с любыми картами. Но все же я не советую новичкам сильно увлекаться рестилами. Ведь если вы получите кол, на постфлопе вам придется играть без позиции. А это чревато последствиями. Так что сперва прокачайте свою постфлоп стратегию. Переходите по ссылке внизу к нам на сайт прямо сейчас и получите абонемент на 10 дней с доступом ко всем материалам сайта абсолютно бесплатно. А это более 300 свежих обучающих видео, оценка раздач Duenal 400, интерактивная книга и 4 еженедельных тренировки от Duenal 10 Duenal 200. Не упустите свой шанс подняться по лимитам вместе со школой покера Pokerability. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте учиться покеру вместе. Пока!